Всем привет! С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Вот прошел дождик, и мы решили копать картошку. Она уже у нас поспела, мы ее копаем, едим давно. Вот в таком она уже состоянии, уже листики все вареные опали. Вот рядом с ней у нас росла морковка, которая была посажена под зиму, рядом с картошкой. И зимняя морковка вот так стрелканула. Подойди, Полиночка. У меня сегодня оператор, внучка. Вот. Она стрелканула, мы ее оставили на семена. Несколько кустиков тут вот укроп и морковь. То есть вот она начнет, вот она уже начинает спеть, зреть. Не потому, что что-то там, а вроде как она сама это дело сделала, стрелканула. И свои семена, они всегда намного лучше. Вот она цветет, а здесь вот она уже семена завязывает. То есть мы ее обрежем вот так вот и положим на дозаривание, а потом посмотрим, что получится, посадим, посеем семена морковки. Но я так уже брала, и морковка очень хорошая. Своя, уже адаптированная. Намного лучше, не надо, не трогай, не трогай, ты снимай, не надо, ты без перчаток. То есть намного лучше, чем магазинная покупная. Вот, а сейчас, пока у нас там идут с лопатами наши господа, вот сюда подходи, я выдеру сейчас корень, посмотрим. А ты вот сюда, Полина, сейчас. Посмотрим, какая выросла у нас картошка. О, земля, конечно, ой, мокрая. Вот какая картошка. Сейчас разгребем. Потом мы лопату возьмем, прокопаем. А сейчас вот, вот такая картошечка выросла. И мелкую мы любим, мелкую. И крупную, всякую разную. Вкусная. Ух, какие большие. Да, Полин? Вкусная. Ох, картошка, да, у нас. Да, люблю вкусная. Ее. Конечно, немножко сыроватая, но так как у нас основная масса уезжает отдыхать, мы решили, что картошку надо выкопать. А где папа с лопатой? А, он ушел куда-то. А? Он ушел куда-то. Ушел? Угу. Вот. Надо было тогда лопатку. Давай сейчас лопату. Ладно, давай сейчас вот эту еще. Так, а потом дальше уже подкопаем лопаткой, посмотрим дальше, что у нас там. У тебя пауза, если что, нет. Нет паузы? Не, придется потом... Ну, нет. Снимай так, не будем мы ничего делать, снимай. Выложим, как есть, зачем нам пауза. Мы сейчас... Чтобы... О, посмотри, как цвела. Угу. Вот, прям, сколько ягод. Прям хорошо ты так сделала. Повесила ее? Да. Сейчас. Мы вот эту еще. Это немножко, наверное, будет похуже. Нет. Почему? Ой. Лучше. Давай. Не надо, не пачкай ручки, я вытащу. Я и так вот, он не грязный у меня. В ведре сними, покажи, как я ее. Сколько много. Да. Такой зеленый. Во. Хорошая картошка. Вон двухвостка поползла. Видишь? А, я боюсь. Хорошая. Ой, она под картошку. Она под картошку. Ну и пусть. Вот. Сейчас пойдем за лопатой. Ждали. Не дождались. Ну, много. Много хорошей картошка. Погода, конечно, желает, у нас была плохая. Желает лучшего. В Подмосковье, да. Сейчас все не вытаскивается. Пойду за лопатой. А может, я пою? Нет. Ну, давай. Мы потом еще включимся. Давай, все. Может, мама потом нам сделает, смонтирует.